Всем привет! Ну а у нас на быстром обзоре электротрицикл Green City E-Alpha Trike. Да, это вот такой вот велосипед с двумя довольно-таки большими корзинами, двигателем мощностью 500 Вт и батареей вольтажом 48,10 Ач. Хочу обратить внимание, что аккумулятор литий-ионный скрывается здесь аккуратно в раму. И чтобы его зарядить, нужно подключить кабель питания конкретно к контроллеру. Там находится разъем питания. Нашли мы Буратино, сейчас поедем его пилить. Но самое главное, что он вошел в эту корзину. Пускай даже крышка не закрылась, но знаете, какой он тяжелый. Я не знаю, килограмм 15, наверное. Тут футбайковские колеса диаметром 20 дюймов и в ширину 3 дюйма. Причем с ярко выраженным протектором. Представьте, вы едете, и перед вами образовалась неожиданно вот такая стена. Два варианта решения проблемы. Первый, выкручиваем полностью руль и выходим на дорогу. И второй вариант, перед вами все та же самая стена. Чтобы не крутить руль, включаете заднюю скорость. Да, она здесь есть. Аккуратно разворачиваетесь и обратно возвращаетесь на дорогу. Ну и буквально через несколько дней на нашем канале будет полный обзор на данную модель велосипеда. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наш канал.